Нет. Откройте, пожалуйста, мою комнату смотреть. Открыла? Нет. Теперь открылась. Снимаю демо версия нового направления канала по коммуналкам. Ну какой тигр, ты видела, да, блин? Да я видела на фотографиях. Лестница как у нас? Здравствуйте, разываемся. Может, мы разываемся. Ой, куртало, как у нас на линии. Такая дверка. Ремонт нормальный. Обои как клеили, уголок сделали. Вид. Подожди, а то я как в прошлый раз что-то на парк, да? Смотрела, потом это... Конечно, смотри. Потом выхожу, получается. Так, ну туда, ну нам получается. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тут тоже, да, в этой комнате живете? Нет, это сын ко мне пришел. А, который вы собственник, да? Нет, сын же сказал, ко мне пришел. А, понятно. Я все хотела посмотреть, как это все живет, потому что... Вот, ну вот. Элик же, да? А, нет, Игнус. А, Игнусик его нет. Это вот он здесь, да, живет, который да. Собственник? А здесь закрыто ли? Нет, нет, ну это, конечно, так не будет, просто кто здесь живет, просто. Парень, он квартиру снимает. Ага. Такая кухня кухонька. Маленькая. Для Сталинки, конечно, вообще маленькая комната. Обычно вообще, что такая маленькая. Не колонка же, горячего даже, да? Да. Колонки нету, да, получается? Угу. Я просто в этом районе был этой колонки, поэтому точно. Вообще такая кухня малюлечка. Непривычно тогда некоторые такие огромные. Она 780, по-моему, тысяч. Сами выкупить хотите? А это очень дешево. Нет, я никогда не... Я тоже одну комнату... Я за эти деньги дом построил, да и нафиг. Давайте санузлы посмотрим. Туалет. Так, это у нас санузел. Ну, туалет обычный, но... Ну, нормально покрашено внутри. Ну... Еще один, оказывается, маленький, да? Да, да. Да, да, да. Молчит. Это даже не поставили, да? Вытяжку вытащили, наверное. Была она, когда ремонт делали, наверное, вытащили ее. Нет, нам просто на это надо. О, прям до дранки, смотри, оторвали. Так и не зашили потом, да? Когда трубы меняли. Ну, трубы поменяли, нормально. Стекло даже осталось. Сынок, родное, хочу тебе жертву шапку снять тебе. Смотри, какая тут это сделана еще. Да. Ну, типа, как кладовка, не кладовка, как она. Адресоли маленькие сделали. Адресоли, да? Помнишь? Да. Самоделка. Ну, понятное дело, но... Стиралку поставил кто-то. Собственно, как видимо. Смотри, что такая стена кривая, да? А нет? Ну, вот такая это линолеум, да, мы когда-то тоже так делали. Да, мы тоже когда-то вот так делали. Вот такие стены. Гипсом, видать, штукатурный. Понятно, да, дранка, да. Это да, везде да. Так? Да, это везде это так, дранки, не несущая стена. Нет, я не просто когда трубы меняли, тут либо заштукатурить внутрь ее убирать. Вот, видимо, так полумеры обошлись. Даже стекло осталось родное, да? С той стороны зашили, а с этой стороны стали. Ну да, туалет как-то не по приколу. Потому что там общего пользования места. Ну что, свет включается? Какая-то она как будто тесная, да? Ну. Странно так. А что, по вроде коммуналке спросить некого, да? Сколько стоит? Чего спросить? Сколько коммуналка стоит? Ну, коммунальное обслуживание. Да нет, видимо, нет, наверное, ну. Питанцев нет, да? Надо посмотреть.
Ну, комната сама все, как обычно, ну, хорошая, если, да? Если берете уже, здесь, в этой комнате уже 300 метров. В смысле, в комнате? Ну, вот, например, если вы купите, вы в этой комнате, здесь свой собственник, там свой собственник. Ну, это понятно, да, я знаю, мне риэлтор сказала про это. Ну, не ходи в обуви, сынок, здесь, зачем ты ходишь? Тут же люди живут, и сапога ходят. Сама по себе комната хорошая, прям как на Ленина, да, такая же. А, еще он квадратная. Шире, за счет да. Сталинки они же узкие обычно бывают. Да. Они длинные, в длину хар большие. Ну, все, бывает, что сношу. Ну ладно, думать фар будем. Что? Сколько 700? 780. Так по цене-то вроде не цена, да? Цена невысокая. Ну как установка ходит? А? Ну как установка ходит? На химик? На остановку транспорта какой ходит? А, нет, я сюда, здесь. На кольцевой? Да. Мне отсюда удобнее на работу. Ну, я просто смотрел на ровно посередине, вроде, что туда, что туда идти. Ну, так, да. Ну, у меня тут два вида транспорта сразу до завода идут. Мне проще. А он не пьет? Ну, как не пьет? Редкость это я только не пью. Остальные все пьют. Ну, прям. Да, я 27 лет не пью. Нет, вы... Да вы не права. Не, я понял, понял я это. Делай, ну, как он выпьет? Ну, почему не пьет? Праздники же должны быть. Ну, не каждый день. Не, 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 не каждый. Иногда вы...